Всем зрителям, подписчикам канала Уральского садьба привет! Сегодня будем собирать на теплицу под названием Легенда в коричневом цвете, шириной 3 метра, длиной 9,5 с двумя перегородками, между ними будет тамбур, у нас дорожка прочищена, там у нас бетонное основание. Пока что выгрузились, начнем собирать торцы, параллельно строить каркас. Детальки, заготовки, обо всем по порядку. Вот такой форточный блок на теплице, идет резинка уплотнительная, на теплице формой домиком, то есть конькообразная. Они устанавливаются на капельки и домиком в коньке. В комплекте форточного блока идет два треугольника вот таких. То есть с одной стороны и с другой стороны. Идет еще в комплекте ручки. Ручки. Поликарбонат, треугольник вырезаете из своего поликарбоната. Ручки, комплект, крепежка. То есть все в комплекте. Такие вот аккуратные форточки. В стандарте они идут белого цвета. Размер у них 600 ширина, высота 1 метр. Очень удобные форточки для проветривания, у кого есть коньковая форма, устанавливается на любую теплицу коньковая форма. Половина каркаса у нас практически готова, стоят две перегородки, арки, снега навалило. Каркас у нас стоит, сейчас окончательно его зафиксируем и начнем крыть поликом. Как обычно, начинать будем со стен, потом уже крыша. Сегодня у нас второй день постройки теплицы Легенда 3 на 9,5 с перегородками. Что мы сделали вчера? У нас стоит каркас, полностью закреплен, стеновые листы тоже полностью закреплены, отливы установлены. Сейчас мы будем крыть крышу и останется зашить двери и установить форточные блоки. Такая программа на сегодня. Дорога готова. Ладно, это небольшое шоу. Мы продолжаем. Практически готова у нас теплица. Осталось вот закрыть переднюю дверь поликом и сделать два форточных блока. Пойдем уже поближе, потом посмотрим, расскажем, как все устроено. Не могу я все-таки это оторваться от него. Мне кажется, если бы сугроб еще раза в два повыше был, он бы и его прошел. Здесь-то ничего, вот там просто снес сугроб, да и все. Вот механ у нас собирает форточный блок. По теплице как лазит монтажник у нас. Раскрепляет верхний коньковый узел, второй конек. Лёня крепит двери. Такие красивые, прозрачные. Текст прозрачный. Даже не видно, что чем-то покрыто. Красота какая. Все откручивается. Обратно все прикручивается.
Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы легенду 3 на 9,5 с двумя перегородками, с тамбуром, с дверью в стене. Пойдем смотреть. Дверь у нас вот такая, в стене, модная, нового образца, ручка, раз, закрыли, все, стык, поликарбонат не внахлёст, а в стык, смотрится посимпатичней, все, открыли, там у него крючок, дальше заходим, две перегородки у нас с распашными дверями двухстворчатыми, двери над дверью у нас монолит, 2 мм, абсолютно прозрачный. Каркас из профильной трубы 40 на 40, усилители 40 на 20 и остальное наполнение 20 на 20. Труба покрашена, все примерно порошковым способом, цвет шоколад. Тут у нас один отсек 4-метровый, там второй. Форточки в торцах, открываются снизу вверх, примерно 45 градусов держат угол. Так это выглядит все. Также имеется форточный блок, оснащен системой термопривода. В каждом отсеке. Итого 2 блока на всю теплицу. Теплица большая, очень надежная. Очень высокие боковые стены, в коньке высоченная, почти 3 метра. Теплица очень шикарная. Угловые примыкания все стоят. Форточку, видите, сделали. Клиент захотел, чтобы она открывалась вверх. Везде профиль. Перфолента. Вот лифт внизу идет. Сейчас припорошило. Вчера монтаж начали. Все это еще прокрутится. Стоит больше газели уральского сада. Линия шайбы. Цвет с саморезом. Красивая теплица. Заказывайте, всегда рады. То, что здесь будет произрастать, будет чувствовать себя комфортно. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!